концы хорда АБ делят окружность на две дуги, градусные меры которых относятся как 3 к 7. Под какими углами видна эта хорда из точек М и К? Смотри рисунок. Для начала сделаем рисунок, запишем данные. Дуга АКБ так относится к дуге АМБ, как 3 к 7. Найти угол АМБ и угол АКБ. Ведем переменную. Пусть дуга АКБ равна 3х. Тогда, используя условия, мы можем сделать следующий вывод, что дуга АМБ равна 7х. Градусная мера всей окружности равна 360 градусов. Градусную меру окружности мы можем записать как сумму двух дуг. Дуги АКБ плюс дуга АМБ. И все это равняется 360 градусов. Подставим наше обозначение в это выражение. Тогда вместо дуги АКБ мы пишем 3х плюс дуга АМБ. Это 7х. И все это равняется 360 градусов. Тогда, приведя подобные члены слева, получаем 10х равняется 360 градусов. Разделим все наше выражение на 10. Тогда у нас получается, что х равен 36 градусов. Рассмотрим угол АМБ. Угол АМБ – это вписанный угол, и он равен половине дуги, на которую он опирается. Это 1 вторая дуги АКБ. Дуга АКБ – это 3х. Подставим сюда х, который мы получили. Получается 1 вторая умножить на 3 и умножить на х. Это 36 градусов. Посчитав, получаем 54 градуса. Рассмотрим угол АКС. Угол АКС будет равен 1 второй дуги АМБ. Так как угол АКС – это вписанный угол, и он равен половине дуги, на которую он опирается. Преобразуем. Получается 1 вторая умножить на АМБ. АМБ – это 7х. Подставим сюда х. Получается 1 вторая умножить на 7 и умножить на х. 36 градусов. Посчитав, получаем 126 градусов. Запишем ответ. Угол АМБ равен 54 градуса. Угол АКС равен 126 градусов. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.